забудешь нажать лайк, то завтра утром у тебя выскочит огромный прыщ. Скорее жми. 3, 2, 1. Фу, да ты красавчик. Чисточка, что с тобой? Что за шум? Папа от перепугу нажал на ту кнопку, где он подскочил. Мы потеряли 10 миллионов. Да пофиг, мам, посмотри лучше на это. Отец, ну ты видел? Видел? Это что, прыщ? О, ужас! Конечно, ужас! Это просто катастрофа, потому что у меня сегодня свидание с Сержем. Что теперь делать? Ладно, кис, не переживай, я сейчас сделаю пару звоночков и все решится. Алло, Оскар, миленький, ты же лучший косметолог, все лаки мира твои. Выручай срочненько, у нас большие, огромные траблы. С тобой летит вертолетик. Ой, ну все, тигрис моя, еще 15 минут и будешь вообще как Белоснежка. Лежи. Чисто старалась, что ли? Что бы я без тебя делала? Господи, уродина была бы. Какая мамка твоя такая же. Зависит от меня, что без меня делать бабушка, непонятно. Ох. Вот же, блин! Даешься, да? Сам попросился. Life. Every day is a new beginning. Shine your light. It's
Ну ничего так. Пап, это же прошлогодняя коллекция. Что там, твои французики совсем работать не хотят? Через сутки уже вечеринка. Пусть встают из своих тепленьких постелек и ювелирят. Ну, наконец-то разбился. Уже 3 дня с ним хожу. Мамочка, а это что, у тебя горошек? Да, на Новый год я оливье храню. Я сейчас расплачусь. Мамочка, пожалуйста, можешь мне ее отдать? Мамочка, пожалуйста. Да. Спасибо. У меня теперь есть колечко. Золотое. Колечко, колечко. Доченька, иди сюда скорее. У меня для тебя сережки. Чего ж ты красивая? Вся в маму. Мам, мне нужны срочно новые туфли. Светка сегодня приперлась в школу с такими же. О, нет. Так, сейчас я Джордж позвоню в Милан. Что у них там в тренде? Сегодня ночью самолетик привезет. Да, Джорджисон, туфельки нужны срочно. И будь добр, отнесись к этому посерьезнее. Ты не какой-то там Fashion Week. Угу, быстро, быстро. Скоро все будет. Мамочка, мне кажется, новые туфельки нужны. Да. Только денежек-то у нас нету. Дорого. Знаю. Бабушка одни припасла. Сейчас. Вот ты какие. Держи. Носить будешь. Так, мам, они 41-го размера. Так хорошо же, сколько лет покупать, ты не придется, какая экономия. Смотрите, понимаете, мама, здесь все очень просто. Здесь надо просто взять F. F это у нас, соответственно, X, это Y. Ну, соответственно, это будет больше 0. Вот. Если мы, конечно, возьмем x, y, а, ну, подумайте так, сейчас, секундочку, стараюсь вам объяснить правильно, а, как вы сами видите, 7 больше 3. Если к обеим частям неверного неравенства прибавить одно и то же число. Эй, профессор, можно побыстрее? Меня уже самолет ждет. Я не успею посерфить. А, что? Я? Профессор Баудин! Вот! Я все-таки заслуженный математик! Хотя профессор очень молодежно звучит. Мне нравится. А, так, я могу даже за вас все решить. Вы можете идти. Так, если копеем чистом верно нравится, нужно одно число прибавить 100. Успеть бы, пока не потухло. Так, 1, 2, 3, 4. Так, 22. Так, надо быстрее. А, не делится. Так, мама, а когда свет скоро включат? А? Так, доченька, мы же с тобой решили. Или свет, или учеба. А что, жди, учеба важнее. Закончишь университет, деньги будут оставаться. Глядишь, со светом жить будем.
До свидания еще как раз 3 часа. Успею накраситься. Ну все, я готова. Алло, что? В смысле отменяется? Тебя родители не пускают? А знаешь, кто ты? Ты хуже старой коллекции. Столько собиралась. Алло. Как дал взятку родителям? Будешь через 5 минут? Свидание! Ну что, время макияжа? Пора краситься! Берем свеклу. Вот так нажим. Щечки. Так, а теперь губы. Ну все. Красотка. Осталось нарисовать стрелки. Фломастера. Мой подарок на день рождения. Красотка, чтобы быть лучше, черная. Звучит неплохо. Кушать буду каждый день! Ура! И уроки со Светом делать буду. Ребята, не повторите это дома. Все выполнено профессиональными актерами. Ну, чё так долго? Простите. Не прощу. Простите. Не-а, уваляй, уваляй. Я не помню, что дальше. Какой стыд. Да, Джордисон, туфельки нужны. Да, Джордисон. Конечно, ужас под ужас. Конечно, ужас. Алло. Ох, господи, уродина была бы. Какая мамка твоя такая. Ох, кто это? Выходи. Будь мужиком. Конечно, ужас. Конечно, Мамочка! Мамочку можно! Бабку мамке отдай. Доченька, иди сюда! У меня для тебя колечки есть! Какие колечки? Я твоя сивая, да? Да, как дурачок! И я дурачок!